Жорик, хватит этот абсент бухать на работе. Какой это абсент? Это что такое? Тархун с водкой это. И свое лицо посмотри вообще. Скажу вам про басню Крылова. Стрекоза Вася и муравей. Не надо стрекоза Вася и муравей. Это три персонажа получается уже. Попрыгунья стрекоза Вася лето красное пропела. Оглянуться не успела, как зима катит в глаза. А муравей, походу, Вася, короче, не кайфовал. Бабки не просаживал. На телок по саунам не ездил. Муравей Вася, поехали с нами. Мы номер в гостинице сняли. В детской басне есть доля взрослой жизни. Говорит это, вот настал октябрь. Муравей Вася уже в крышу мутит тут. Беседку с мангаром сделал. Тут опять стрекоза приезжает, говорит. Муравей Вася, поехали на Ибицу. Хватит работать, давай кайфовать. Поедем с француженками мутить. Это аллегория, это то, что я между строк прочитал. Что ты между строк? Что с ними француженки были? Где ты когда-нибудь француженку видел со стрекозой? Тут приезжает стрекоза зимой, а муравья походу налоговая хлопнула уже.